Всем привет, мои дорогие. Зашли в магазин купить кое-что, взять по мелочи, но я так чувствую, что выйдем отсюда с пакетами. Но я потому что заказывала в основном все. А так вот ходим, какую-то мелочевку покупаем. Вот. И смотрю, черешня. Захотелось черешню, взяли клубнику. Ну, в общем, так вот, знаете, пришли как бы за несколькими вещами. И сейчас я так чувствую, пол магазина унесем отсюда. Тут хлеб. Это такой небольшой магазин, сеть Критикос. Тут просто очень много магазинов. Он такой вот небольшой, но в то же время здесь все есть. Сейчас немножечко вам поснимаю, покажу, давно не показывала. Такое манго большое. Прям рога можно любить. Ну да, действительно. Камень по голове. Да, камень. И вот авокадо, кстати, тоже твердый. Авокадо тоже нет, да, ничего мягкого. Ну так себе. Угу. Не будем брать, уже сколько раз выбрасывали, что-то они какие-то твердые, да. Да. Что тут еще? Вот арбузы, лаймы, сливы, черешни. Ты хочешь, я не хочу. Я вообще арбуз не люблю. А тем более ранний, так это вообще. Ананасики. Хочешь ананасы? Ну уже вот как бы нарезанные, нет? Вот. Молоко тут миндальное, соевое. Вот кто любит, кокосовое. И цены. Вот, смотрите, какие. Всем привет, мои дорогие! Продолжаю видео. У меня, к сожалению, там пропал кусок. Я записала то, что мы купили. Вот я начала записывать в супермаркете видео. И пришли мы домой. Я записала то, что я купила. На 20 евро достаточно большой, можно сказать, список продуктов. Вот. И, к сожалению, случайно удалила этот кусок. Так что вот, ну, как-нибудь в другой раз вам покажу, ничего страшного. Но просто я как-то, знаете, даже удивилась, я думала, будет 30-40 евро, а тут 20 евро, да? И вот хотела показать, как много можно купить на 20 евро. Вот, и сейчас я продолжаю это видео, уже его наконец-таки допишу, потому что давно меня не было, и я каждый день, как всегда, собираюсь что-то записать, но не получается, откладываю на следующий день, думаю, завтра, и завтра не наступает никогда. И вот поэтому сейчас, сидя в Старбаксе, я решила дописать наконец-таки это видео и выпустить его завтра. Сегодня уже не успею, пока приду домой, пока смонтирую, пока туда-сюда. В общем, завтра, я надеюсь, это видео выйдет. За мной пальма. Я пью латте холодный, съела круассан с фисташками, с фисташковым кремом. Было очень-очень вкусно. Сторис в Инстаграм показала процесс поедания. Реально был очень вкусный круассан. Вот, и пью я латте. Тоже очень вкусно. Латте я не пила уже, наверное, я не знаю даже сколько, но я редко пью капучино. Латте я очень люблю. И латте, и капучино, но пью редко, потому что как-то я помню, на Крите, что ли, мы были, и я целый день там пила капучино, латте, капучино, еще мороженое ела. И привезла домой за 2 недели 4, по-моему, килограмма или даже 5. Ну, быстро они ушли, но сам факт. То есть, как бы, ну, не хочется злоупотреблять. Ну, иногда, конечно, можно все, и круассаны, и все, что хотите. Иногда и в небольших количествах. Вот. А, и тут тоже пальмочка. Очень такое милое место. Недалеко от нас, от нашего дома, и там вот уже море напротив. Я сейчас потом переверну камеру, вам покажу.
очень вкусный, просто очень мне нравится. Вот, что еще вам хотела рассказать, мои дорогие. У нас изумительная погода, вот тоже, кто интересуется погодой, она просто изумительная. Тепло, градусов 25-26, может быть, знаете, такой свежий ветерок. Вчера вообще было прохладно. Было пасмурно, прохладно, а сегодня просто изумительнейшая погода, но я оделась тепло. Вот на мне майка. Сейчас я вам вот так вот покажу. Джинсы белые. Можно было даже и легче одеться, но я почему-то вот оделась так. Люди в основном все в футболках, майках, кто-то в сарафанах, кто-то в брюках. Тут вообще даже в жару, вот в самую жару, ходят в джинсах и в топиках легких. Вот. Все так ходят, но жарковато даже, вам скажу. Не, сейчас более-менее нормально, тем более, что уже вечер, а так... В общем-то, погода изумительная, скоро уже 30 будет. Но дело идет к теплу, к жаре, да. Вот. Так что погода у нас изумительная. Людей много, кстати, здесь, знаете, и в основном местные. Но у нас район, он не туристический, тут есть, конечно, туристы, но в основном все местные, либо те, которые живут тут. Ну, как бы вот, как мы, да, люди. А таких вот туристов немного. Всего два отеля на первой линии. В одном из них мы когда-то останавливались. Вот. И как бы, да, народу очень много. Starbucks вообще любят везде, не только вот в этом, вообще во всех. Народу много. Вот. Так что такие дела, мои дорогие. Что-то еще вам вроде бы хотела рассказать. Забываю, с головы вылетает, потому что много разных, знаете, мыслей, ну вот все как у всех, да, много мыслей в голове, много всего, и как-то вот время летит просто невероятно, причем даже не имеет значения, ты рано просыпаешься или поздно встаешь, когда ты ложишься, время летит просто нереально, не знаю, вот у всех, с кем не поговорю, все на это жалуются. И ничего не успеваешь по факту, вот планируешь там, да, какие-то вещи сделать, успеть в течение дня, но не успеваешь. Иногда успеваешь, а когда успеваешь, это большая удача. А так, конечно, время летит, и поэтому я не успеваю записать видео. Просто не успеваю. Вот. А сейчас решила, думаю, так уже дальше невозможно. Уже сколько времени у меня не было полноценных видео. У меня рилсы и шорты. На YouTube шорты выходят. Но шорты это шорты, а такое вот полноценное видео, чтобы сесть, поговорить, выходит очень редко. Я даже не помню, когда было мое последнее такое вот полноценное видео. Постараюсь, конечно, появляться почаще, но от меня это не очень зависит, потому что, ну, должно быть время. Вот я сейчас сижу, да, у меня есть время, как бы, немного с вами поговорить. А так, либо идешь куда-то, либо дела делаешь очень как-то со временем туго. Но ничего страшного. Может быть, даже как-нибудь буду в эфир, если смогу, вас предупрежу, если нет, то нет. Вот, посмотрим. В общем, я ничего как бы не загадываю. Как будет, так и будет. И в любом случае я не пропадаю. Буду появляться по мере возможности. Постараюсь почаще появляться. Но там уже дальше как получится. Вот, такие дела, мои дорогие. Что вам еще рассказать? Даже не знаю. Кстати, пишите под этим видео, может быть, у вас какие-нибудь вопросы, запросы. Я тогда запишу видео тоже, по мере возможности отвечу на вопросы. У меня было несколько вопросов, не знаю, насколько это будет интересно. Опять же, таки касательно похудения, но я уже как бы, да, на YouTube и вообще везде отошла от этой темы. Но, может быть, я и запишу, потому что такая тема интересная. Там по поводу некоторых препаратов, которые сейчас рекламируют. Но я не знаю, вот кому и насколько это будет интересно. Вот, ну, может быть, тоже как-нибудь запишу. Сейчас не хочу об этом говорить. Лидуш, а ты что пьешь, у тебя что? Драгонфрут? Я поняла. Вот, и как-то так. Ты что-то хочешь добавить? Thank you.
Ну да, вкусно. У тебя был кекс, да? Ты что заказывала? А? Нет, я говорю, из печеного ты что заказывала? Кекс. С вишней? Ага. Вот, а у меня был круассанчик. Такой вкусный. Ну вот один съела, и все, больше и не хочется. Ты бы съела еще, любишь? Да? Я все, знаешь, я... Ну хочешь, иди возьми. Ну возьми, если хочешь. Какие проблемы? Иди возьми. Я просто все, вот я прям наелась, так очень хорошо. Так, давайте немножко вам вот так вот покажу. Тут так зелено, приятно. И вот там море, правда, оно не видно нам, потому что мы внизу сидим, если бы мы поднялись наверх. Музыка. Тут очень часто проезжают машины с музыкой. Вот, и там вот море. Ну, просто я знаю, что там море. Смотрю, знаете, в ту сторону, до моря мы пока еще так и не дошли. Надо будет реально как-то дойти. Еще должны по магазинам проехаться. Что-то я, наверное, закажу. Может быть, завтра даже поедем. В Зару хочется заехать. Вообще, так смотрю, нигде ничего интересного нет. Я уже наизусть знаю весь ассортимент. Где что продается. Космос, Симодути, Зара, H&M. Ну вот вообще просто, ну в принципе, что нужно мне? Я хочу купить легкое что-то, платьице какой-нибудь, сарафанчик такой вот, легкий, потому что, ну обновить, да, как бы. И купила бы какие-нибудь шорты и, может быть, тоже топик такой вот, ну из тонкого-тонкого хлопка. Знаете, вот такие есть прямо мягкие, тонкие, легкие, воздушные. Не плотные, а мягкие. И нигде ничего нет вообще просто. Я уже все обсмотрела, думаю, ну, посмотрю, потому что в любом случае некоторые вещи только онлайн продаются. Думаю, если понравится что-то, закажу. Абсолютно ничего просто интересного. Ну, в Заре так вот кое-что. В H&M на пляж больше какие-то такие тонкие платья. В общем, я не знаю, ну, может быть, даже завтра или послезавтра, как получится по времени. Поедем, посмотрим. Если поедем, наверное, поснимаю что-то. Вот. Ну, в общем, как-то так, мои дорогие. Ладно, на этом тогда буду заканчивать. Вот сейчас камеру переверну, вам немножко покажу, что тут у нас по круге происходит. Ну, сижу в зелени, под пальмой, тут одна пальма справа, другая пальма от меня. Вот, всех целую, обнимаю, мои дорогие, и пока-пока. Вот там вот море.